Семейство посленовые, но это порядок наличниковые, но по ним, по наличниковым, по всем остальным я сделаю два клипа в субботу. Посленовые все-таки выношу, мы очень много их возделываем. Правда, они почти все исторически центральная Южная Америка, а в Европу их, естественно, переселили, когда мы Америку открыли. Посленовые травы, кустарники, небольшие деревья, цветки в пазушных верхоцветных соцветиях, это их обычные черты. Чашечка пятилопастная, пятираздельная, обычно тоже 5 тычинок, короче, пятичленные, плод у них ягода. Значит, ягода у них, как правило, ядовитая, и ягода это то, что сверху там у картошки, а мы едим клубни, это вообще не плод, это у них модификация корня. Цветки посленовых опыляются насекомыми, могут также и птицами. Два подсемейства налановые и, собственно, посленовые. Ну, налановые это налана у нас не растет, травы в Патагонии, там Галапагосских островах, Чили и так далее. Основное это подсемейство посленовых, и самое примитивное считается у них никандра. Ну, даже тоже никандру не показывают. Это трава такая не сильно-то и красивая, Перу, Боливия. Имеет типичную, впрочем, уже ягоду, которая для посленовых. И у нас в основном никандра как сорное растение на бахчах, на виноградниках имеется. Вот. Ну и, собственно, триба, собственно, посленовых. Из них известная дереза, подтриба дерезовых. Дереза где-то 100 видов листопадных или вечно зеленых кустарников. Имеется в пустынях. На Кавказе, в Средней Азии тоже имеется дереза посленовая. Ну и вот под трибы дерезовых наиболее известна из них белладонна. Вот белладонну показываю, атропа. Из нее, собственно, атропин-то и делают. Известное лекарство белладонна, она же красавка обыкновенная. Многолетние травянистые растения с высоким стеблем. Цветки с пурпурным, с таким или фиолетовым венчиком. И вот это вот черная блестящая ягода белладонны. Ядовитая, все части растения абсолютно ядовитые. И вот они очень красивые, такая ягода, и она выглядит, что она сочная, и дети иногда по ошибке едят эту белладонну и травятся. Ну, белладонна известное лекарственное растение с древнеримских времен, еще входит там в прописи 2000-летней давности. Она именно средиземноморская, поэтому да, это римская, греческая культура, вот они как лекарственное растение использовали. Близкие к ней скополия и белина. Скополия – это тоже Средняя Южная Европа, и до Индии, до Тибета, до Японии. В нашей стране в дикорастущем состоянии скополия корнеалийская, в широколиственных лесах, может быть, на Кавказе. Скополия светло-желтая, может быть, в Гималаях, скополия тангутская, ну, также белина черная известна. Белина черная, Европа, Северная Африка у нас тоже растет. Белина черная тоже лекарственная и тоже содержит атропин, скополамин, то есть близкие к белладонне всякие компоненты. Семена белины напоминают семена мака. Если смешать семена мака и семена белины, то будет отравление. Вот. Часто вот отравление, когда мак у нас еще возделывали, когда его не запретили из опиатов, да? Вот смесь белины с маком отравление, может быть. Дальше, значит, имеется физалис. Это уже подтриба посленовых, семейство посленовых. Физалис обыкновенный. Крупная, вздутая при плодах, красная, оранжевая чашечка. И физалис перуанский также имеется. Вот что-то такое близко к физалису, но физалис мы не едим, а вот мы едим активно овощной перец. Перец это посленовое, то есть перец родственное картофелю и помидору растение. Капсикум анум, овощной перец. Ну, значит, род капсикум он считается. Вот это тот перец, который нас болгарский называют. Вот это вот он посленовый. В принципе, там число видов непонятное, от 20 до 50. И даже спорят там о различении отдельных видов. Ну, значит, капсикум, он происходит из Центральной Южной Америки, имеется на Флориде, вот там он в диком виде растет. И там несколько видов этого капсикума. То есть капсикум это штук так 30 видов, из которых наиболее известен паприка, капсикум аннум. Вот то, что мы называем болгарский перец, это, как правило, вот паприка.
Но он выращивается не только в Болгарии. Украина, Молдавия, Кавказ, Средняя Азия и даже вот на Черноземье, где я живу, по-моему, перец местный, потому что его тут очень много продают, он тут дешевый. По поводу перца, он разный на самом деле по остроте. Он на цвет разный, да, красный, оранжевый, беловатый может быть этот перец. И степень его горечи тоже разная может быть. Он малокалорийный, поэтому в таком жестком диетическом питании. Вот капуста, болгарский перец, помидоры, калорийности мало. Если вот это все постоянно есть, похудеешь. Но правда вредно это постоянно есть. Ну, то есть постоянно как вот 2 недели там, допустим, это вредно, да. Но в общем, да, желательно, если при похудении, желательно включать диету, от него точно не потолстеешь. Используется, естественно, во всяких приправах. Но я живу в зоне, где растет, тут его, да, во все кладут, самого солят, там маринуют, во все на свете, да, вкладывают. Он, поскольку сам по себе, в общем-то, если он такой, у него оттенок есть островатый, но сам по себе он, в принципе, безвкусный. Вот то, что тут делают, может, где-то он там острый, да, вот у нас он практически безвкусный, и поэтому, соответственно, везде и класть-то можно его. Употребляли его еще ацтеки, вообще-то это американское. Собственно, вот именно капсиком Колумб привез, после первого же путешествия в Америку, он привез вот этот перец болгарский, Колумб, в Европу. И с тех пор в Европе повсеместно выращивается. Дальше род послен. Род послен включает, конечно, сами послены. Послены у нас есть. Они происходят тоже в основном из Южной Америки, но есть у нас послен сладко-горький. Лиловые цветки, ярко-красные ягоды есть в Западной Сибири. И также есть послен черный. Белые цветки, черные ягоды, сорняки, ядовитые, солонин содержат. Вот в картошке, в старой, солонин, от которого тоже травятся. Так вот, этого солонина в послене очень много. Это как вот в такой старой зеленой картошке, которая горькая, это, да? У нас тоже попадается. Так вот его там больше всего в послёне. Кстати, вот эту старую зеленую картошку есть нельзя, это солонин, это яд. Ну вот, значит, ядовитые они, послён черный, послён сладко-горький вызывает отравление у человека, у домашних животных этим самым солонином. Так вот, картофель самый ближайший родственник послёна черного, и, соответственно, картофель. И картофеля два на самом деле. Есть картофель андийский, который выращивает Колумбия, Эквадор, Боливия, Перу, Аргентина. То есть, короче, американский, южноамериканский картофель. А то, что мы выращиваем, это чилийский. Вот картофель клубненосный, то, что мы выращиваем. Вот он, значит, чилийский, и родина у него Средний Чили. Вот почему-то именно этот вид у нас хорошо, значит, вышел. Соланум туберозум он называется. То есть он послен горчатый по латыни будет. То есть, в принципе, этот картофель тоже послен, поэтому он по латыни будет Соланум туберозум. Мы называем картофель клубненосный. Это значит секция туберариум рода послен, и вообще вместе со всякими дикими картошки где-то 200 видов, из которых мы только один выращиваем. У нас размножение картофеля клубнями. В принципе, при селекции могут размножать семенами. Ягода картофеля содержит семена, ягоду картофеля мы не едим, и она ядовитая, да? Мы режем клубни, вот я как раз же тоже в зоне, в Сибири жил в зоне, где в основном картофель выращивают, это я хорошо помню. Что берут клубни картошки, режут их, кладут их в ямки, и там они прорастают. Это вот основной у нас способ. Семена это только там специалисты с этими семенами парятся. Семена просто мы обрезаем эту ботву и все, считаем, что это нам не нужно. Картофель примерно 14 лет, 14 тысяч лет назад ввели в культуру индейцы Южной Америки. Заселение вообще Америки и Сибири сравнительно недавно, и практически сразу заселив Южную Америку, люди там освоили картофель. В Европу, а именно в Испанию, картофель ввезли 1565 год. В Россию с 17 века известен, но 1767 год начали вводить картофель. Ну и все знают, что у нас крестьяне ели ягоды, травились и бунты устраивали, что их заставляют садить отраву. Картофель имеет специфическое опыление. Вот я говорю, нам опыление вообще не нужно. Мы все это игнорируем. То есть нам и цветы-то его тоже не нужны, картофеля. Клубни едим и клубнями же размножаем. Но, в принципе, если он опыляется, то у него 5 тычинок, сложены в конус, прилегают к столбику, который выше их торчит. Пыльники при сотрясении высыпают небольшое количество пыльцы. При посещении цветка насекомые сначала задевают рыльце, и если на насекомых уже есть пыльца, то они опыляют рыльце.
такая система. Но надо сказать, что цветки картофеля достаточно невзрачные, насекомые их редко опыляют, поэтому распространено самоопыление, а также картофель вегетативно размножается через клубни и сам. Да? Поэтому у него вот это развитое размножение через клубни, потому что цветки плохие, насекомые плохо. Он даже и цветки-то в основном самоопыляет. Дальше, в принципе, послен это баклажан. Вот такие достаточно разные, короче, виды, как картофель и баклажан. Это все один род послен вообще. Значит, баклажан у нас Solanum melongena на латыни, то есть тоже Solanum, да. Баклажан – многолетнее травянистое растение с высоким стеблем, крупными листьями, фиолетовыми цветками, круглыми цилиндрическими плодами, которые могут быть желтые, белые, зеленые, фиолетовые. Баклажан жарят, тушат, маринуют, баклажанная икра. Тоже горьковатый, если его не варить, если его разварить, он примерно так безвкусный, в принципе, баклажан. Тут тоже, где я живу сейчас, много баклажана на Черноземье, и тоже постоянно тут продается во всем на свете. Ну и баклажанную икру более-менее, вот там, если соли добавить и так далее, жира, то будет более-менее есть его можно. Баклажан ввели в культуру в Индии, оттуда распространилось в Китае. В Китае за 500 лет до нашей эры были маленькие баклажаны, их возделывали. Также есть наранхилла, но у нас не растет. Колумбия, Эквадор, она наоборот сладкая. Вот картошка у нас может быть сладковатая, а вот наранхилла именно как сладкая, она идет на желе, на джем, на варенье. Щербет из нее делают, там говорят со вкусом ананаса и клубники. Короче, где-то есть очень сладкая картошка. Прямо идет на сладкий напиток идет, прямо на варенье идет. Ну и говорят, там же у них тропики, она у них плодоносит целый год. Такая наранхилла называется. К роду послен довольно близко помидоры относятся. Картинки не привожу, все помидоры знают. Род томат, 7 видов. Исходно это Тихоокеанское побережье Южной Америки, то есть, опять же, Колумбия, Эквадор, Перу, Чили, с 16 века в Испании. Близкая к томатам цифамандра и мандрагора. Мандрагора у нас хорошо известна. Мандрагора у нас в Средиземноморье. Мандрагора у нас в Библии упоминается. Мандрагоры 6 видов. Как правило, это многолетние травы, бестебельные. Тоже мясистые корни, богатые крахмалом, как вот картофель же клубни богаты крахмалом, мандрагора в принципе тоже. Имеет такое специфическое ветвление, так что корень мандрагоры походит на человека. Поэтому ей приписывали всякие магические свойства, и она имеет также определенный лекарственный смысл мандрагора. Вот. Ну и вот про магические свойства мандрагоры как раз в Библии, то что древние евреи тоже полагали, что она это, магическая. Есть мандрагора еще туркменская, специфическая, в Капетдаге там цветет. Есть мандрагора стеблевая, есть мандрагора тибетская и так далее. Дальше есть три бадурмановых, сюда относится дурман, вот такой он красивый, но опять же ядовитый, посленовые многие, ядовитые почти, в общем-то, и все. В то же время мы многие посленовые едим. Кстати, есть такая вот фигня в диетологии, у нас же много всякого бреда в диетологии, вот некоторые говорят, что они, в принципе, и те, которые едим, ядовитые. То есть есть позиция, что посленовые все ядовитые, есть их нельзя, в том числе вот все, что мы там едим, томаты, баклажаны, там все такое. Ну, не подтверждается научно, томаты, баклажаны, картофель есть можно. Болгарский перец весьма полезный, там витамины, малокалорийные и так далее, да и помидоры тоже. Ну вот дурман ядовитый. Дурман около 10 видов, в основном тропическая Америка все-таки. Цветки, тем не менее, крупные, белые, красивые, очень хороший запах у этого дурмана, вот поэтому дурманищий запах у дурмана. Опыляются длиннохоботковыми ночными бабочками, и бабочки летят на запах дурмана, и он перебивает все другие растения своим запахом. Некоторые виды дурмана, впрочем, такой цветок у них, что может опыляться только определенными видами бабочек. То есть они как бы вместе существуют. Плоды дурмана шиповатые коробочки, открываются 4 створками, полностью все ядовитое, и коробочка, и цветок, и все полностью растение ядовитое. Но в то же время вот то, что ядовитое, это значит, оно влияет, да, на наше тело, поэтому дурман также, допустим, индейцы используют как анестезию. Но на самом деле оно ядовитое, но оно также обезболивает. Как декоративное может использоваться, в частности, как декоративный дурман обыкновенный, может использоваться в Украине и в России, Краснодарский край, Украина. Там же он и может как лекарственное растение. Дурман, ну как раз, да, вот тоже в южной зоне, Краснодарский край, Черноземье, Украина есть дурман.
Надо понимать, что все части дурмана абсолютно ядовиты. Даже цветок там жевать нельзя, потому что дети едят, что попало, и категорически нужно, чтобы дети случайные растения не ели. У нас много в любой зоне России возделывается растений, которые ядовиты, но красиво выглядят при этом. Да. Они, допустим, декоративные или как лекарство возделываются и так далее. Также культивируется дурман безвредный, но на самом деле тоже вредный. Дурман индийский, скополамин тоже все яд. Но можно на лекарство этот яд пустить. Походит на дурман южноамериканский род брукмансия. Пять видов кустарников. Брукмансия белоснежная особенно. Такая тоже красивая, но это вот все в Южной Америке. Саландра. Саландра – это тропическая Америка. Длинные лианы в тропических горных лесах обвивают крупные деревья, сбираются по стволам на высоту, распластывают там кожистые листья и прекрасные цветки там формируют. Ну, в принципе, вот она, саландра. Ну, саландра крупноцветковая, с особенно крупными красивыми цветками, используется как в оранжереях, там украшает заборы, дома там. Имеет многосеменные ягоды, напоминающие ягоду картошку. Причем птицы их едят и ничего переваривают, хоть там, наверное, солонин тоже есть. Ну и разносят на большие расстояния их птички. Также летучие мыши, некоторые дурмановые, допустим, трионеи, они опыляются летучими мышами. Также триба цестровых нужно отметить, род цеструм. Цеструм – кустарники или небольшие деревья с узкими листьями, покрытыми пучком. Ну и особенно известен цеструм ночной, потому что у него сильный ночной запах. Вот который ночью раскрывается, там же темно, насекомые не видят. Поэтому у них сильный запах. А запах насекомых хорошо. Обычно у них у муравьев-то вся коммуникация на запахе. Ну и бабочки тоже хорошо на запах реагируют. Вот, поэтому этот цеструм ночной называется ночной жасмин. Они его выращивают в тропических садах, и вот ночь как раз пахнут эти цеструмы. Мелкие зеленовато-белые цветки, ну белые, потому что ночью не видно больше ничего, кроме белого, с очень сильным запахом. Ну и активно их изучают тоже ученые по поводу того, что он ночью открывается, ночью закрывается. Обнаружили, что в частности у него запах начинается не от темноты, если его освещать, то он все равно запах даст. То есть внутри растения есть внутренние часы, которые вот позволяют ему запах выделять именно в ночное время, но растение не видит ни черта, естественно. Глаз-то нет. И просто у нее там вот какие-то часы генетически заложены, что в определенное время, а время оно сечет растение, вот каким способом, непонятно. В определенное время он начинает пахнуть. Это не зависит от освещения. Ну, говорят, что старые, они уже не пахнут, то есть это именно молодые у них там размножаются. Некоторые виды цеструма опыляются колибри. Плоды тоже продолговатые яблоки. И вот к этим цеструмам близкий табак никотиана. 66 видов табака на самом деле. В основном однолетние травы, иногда многолетние. Встречаются кустарники. В Америке много чего опыляется колибри, в том числе табак. Вот, который природный американский табак, он оттуда же пошел, опыляется колибри этими птичками-то маленькими. Плод коробочка у табака, запах неприятный, тоже мне приходилось видеть, как в Сибири табак на грядках высаживают. Не все виды табака содержат никотин, но многие содержат никотин. Там, где он дико растет, на самом деле многие животные травятся довольно быстро никотином. И вот там, где он дико растет, лошадь может поесть и травануться на никотину, она к нему чувствительная. То есть может быть отравление. В принципе, ядовитое растение, просто вот у нас используется как психоактивное. Так вообще для многих животных оно очевидно ядовитое. В культуре у нас используется никотиана табакум и никотиана рустика. То есть табак настоящий и табак махорка. Значит, махорка — это другой вид табака, но в них никотина и то, и в другой много. Но помимо курения табак могут использоваться на что-то полезное. Например, из табака делают лимонную кислоту. Вот химическая лимонная кислота в магазинах, скорее всего, из табака сделана. Потому что из лимонов дорого. Никотин, как никотиновая кислота, допустим, витамином является. Но это другое соединение, но никотиновую кислоту можно сделать тоже из табака. Витамин ПП, как скоро дойду до витаминов, летом должна быть у нас диетология. Табак в Америке был давно, непонятно даже сколько. Обнаружили его в готовом виде, Колумб там и прочие первые, кто открыли Америку. В 15-16 веках завезли в Европу, выращивали как декоративное растение.
На табак на самом деле походит петуния. Петуния гибридная, не показываю. Тоже она все на самом деле южноамериканская, никотина в ней нет, но она очень близка к табаку. Дальше цестровые, это все цестровые идут на самом деле. Цестровый род маркея есть тропический. Маркея, как правило, лианы. Ну, тоже, значит, у них цветки по ночам открываются, причем есть такая маркея дреслили, у нее цветок на крыс ориентирован. То есть пахнет так, что крысы прибегают и опыляются крысами. Есть эпифитная маркея курчавая, поверх деревьев поселяется. Имеет корни, которые вниз по дереву идут. И особенно в сезон дождей, когда много воды на дереве, они, значит, рыхлые ткани накапливают воду, и внутри этой маркеи обычно муравьи живут. Соответственно, муравьи защищают ее от всех врагов, приносят питательные вещества в свой муравейник. То есть они считают, что лианы – это их муравейник, соответственно, кормят они эту лиану в том числе. То есть у них дом как растение, поэтому приносят они в свой дом еду, кормят они свой дом. Похожа я на них Хуанулоа, тоже близкая на маркею. Дальше триба сальпиглоса, куда относится схизантус. Все довольно уже такое редкое, малоизвестное. Схизантус перистый. И дальше имеется брунфельсия, тоже тропическая Америка. В сезон дождей расцветает, называется у них дождевое дерево. Но тоже имеет сочные такие кожистые ягоды и может быть декоративные. Сальпиглоссис выемчатый, тоже декоративные. Ну вот краткая ботаническая характеристика посленовых. Тут еще впереди будет растениеводство, где я буду подробно говорить уж как про сельхозкультуру, допустим, про картошку. И также летом планирую диетологию, где про это все как уже как пищевые продукты, тоже с другой точки зрения, но тоже про эти же растения буду говорить.